На пересечении улиц Новая и Попова масштабный капитальный ремонт теплотрассы. Новенькие трубы диаметром 700 мм приходят на смену конструкциям советского периода. Общая протяженность участка 768 метров. Трасса была введена в эксплуатацию в 1974 году, а последний капремонт был в 1996 году. Соответственно, трасса изношена, требуется капитальный ремонт, что сейчас и происходит. На данный момент по металлу работы выполнены уже на 90%. Сегодня планируют работы в металле закончить. Завтра планируют осуществить врезку в теплотрассу, то есть соединить. Потом идет заполнение и осуществление теплоснабжения к потребителям. То есть горячая вода в домах будет уже завтра. Благоустройство участка Новая Попова – конец следующей недели. И это пока последний, 10-й участок по капремонту в этом году. Общая протяженность магистрального трубопровода, который пошел под замену – 6,5 километров. Еще 18-20 километров сотрудники РМПТС правят за счет средств предприятия. В основном это квартальные сети. У нас еще дополнительно выбили финансирование на переход участка по улице Черновицкой. Это там небольшая трасса, 42 метра, но она очень изношена. Там диаметр условный 300 миллиметров и трасса 1967 года. То есть очень критично, а в связи с тем, что постоянно, как бы, видите, дороги ремонтируются в Рязани, чтобы больше не выходить на это, соответственно, сейчас сделаем переход и забудем. Также дополнительно за счет собственных средств осуществляем ремонт трубопровода на улице Павлова. Общая изношенность тепловых сетей в Рязани, по данным РМПТС, порядка 80%. Из бюджета на капремонт в этом году направили 210 миллионов рублей. В следующем году ремонт магистральных сетей продолжат.